Если человеку даже все ресурсы отдашь, но у него не будет вот это внутреннее состояние, которое я вам говорил, он все потеряет. Правую руку поднимем, повторим за мной. Бесполезно? Бесполезно. Сажать пустую семечку? Много работать. Урожая все равно не будет. Видели, иногда бывают пустые семечки? Видели, да? На него трудиться бесполезно? Сколько бы ни работаешь, все равно ничего не получишь. Это что означает? Это означает, что если ты внутри стал пустым, бесполезно ходить на работу. Бесполезно кредит брать. Бесполезно бизнес открыть. Бесполезно. Самый главный ресурс – это твой внутреннее состояние. Как ты управляешь вот это в твоем эмоциональном состоянии. И самое главное – трудный период жизни. Когда ты сталкиваешься с неожиданными вещами. Люди, у них есть такая привычка. Вы хорошо делаете, плохо делаете, люди все равно будут говорить про вас. Плохо делаете, скажут, что не умеют делать. Хорошо делаете, скажут, о, как он делает. Они все равно будут говорить. Так что успокойтесь, идите своей дорогой. Эмоция – одна из важнейших вещей. Но кто умеет эмоцию управлять, у него больше энергии. Пожалуйста, запомните, кто могут эмоции управлять, у него больше энергии. А кто эмоции не могут управлять, например, сомнения, страхи, волнение, тревога, вот это самоедство, да, и там сидит, там сам себе кусает изнутри, мучается, там приживает. Вот это все убывает эту энергию, сознательную энергию, которая помог бы человеку добиться больших результатов. Например, у многих людей гордыня развита, да, гордыня всяко. Если кто-то им нет, говорит, это задевает их. Как ты мог такой? То есть им кажется, что я такой прекрасный, классный, хороший парень, все должны быть согласны со мной. Так же не бывает, что все сразу с тобой согласны. Правильно? То есть я хочу сказать, что эмоции. Нужно научиться полностью, чтобы разум победил эмоции. А знаете, очень сложно, когда кто-то задевает тебя особенно. Вы пережили такого? Когда задевает тебя, это очень болезненно. Болезненно человек реагирует. Но это нормально, с другой стороны, для человека, который... Знаете, что причиняет нам боль, когда кто-то нас задевает? Сказать нам, что нам причиняет боль? Наше эго причиняет боль. Сам по себе человек не причиняет ничего. Наше эго мучается. Как это так? Он так, как он смел так сказать? Ты что, дурак, что ли? Как ты позволишь себе такое? То есть мы начинаем сами себе мучить, потому что боль причиняет нам не люди, боль причиняет нам наше собственное эго. Надо быть сексуальным, ребята, потому что сексуальная энергия – это энергия созидания. Посмотрите, дети откуда появляются? Благодаря это творение, благодаря это действие, это поступок. Значит, через этот поступок Аллах давал самый источник жизни. Посмотрите, успешные люди, они не такие вяли, слабые. Так? Скажите, пожалуйста, вы видели успешного человека, который вот так еле ходит-то? Такого видели? Неуверенный такой. Никогда не бывает такой. Согласны? Успешные люди, это, они все активны, они все шустры, у них много жизненной энергии. Должно быть в человеке много жизненной энергии. Вот это позволяет ему на производительность, высокого уровня производительности. Правильно? Трудолюбие. Вот что есть у этих людей. Поэтому надо быть сексуальным. Если организм у вас вяли, вы постоянно уставшие ходите, идите к врачу, проверьте, наверное, там инфекция. Я серьезно говорю. Если инфекция есть в организме, человек постоянно вяли такой ходит, устает быстро. Вот это все вещи, очень важно оберегать себя. Потому что когда долго инфекция находится в организме, она начнет быстро ослабевать все, можно сказать, функции половых органов, и она влияет быстро на человека. Быстрее стареешь. Поэтому нужно эти вещи постоянно контролировать. Внимание, братья, человек всегда живет по привычкам. Является жертвой своей привычки. И независимо от того, он это понимает или нет, это факт. Независимо от того, он это осознает или нет, это факт. У разных людей разные привычки. Например, у успешных людей другие привычки, у неуспешных людей другие привычки. Например, у кого-то привычка поздно вставать.
У кого-то привычка, пока чашка кофе не пьет, вообще не могут думать. У кого-то, пока носовой не курит, глаза не открываются. У кого-то, пока сигарет не курит, он мозги как будто летит в облаках. У кого-то привычка, пока не танцует, пока музыка нет, он не может улыбаться. У кого-то привычка, пока стакан водка не пьет, он себя несчастно чувствует. У кого-то привычка, понимаете, вот опаздывает. У кого-то привычка, последний копеек потратит, потом ходит без проблем. Когда у него какой-то немножко денег остается, это похоже, что у него в обуви какой-то песок кусает его постоянно. Да? Бывает мозоль, бывает. Вот такое ощущение. Как у него появится $500 или $1000, по магазинам ходит. У него привычка, понимаете? Привычка покупать всякие тряпки, всякие там шмотки, всякие там посудины ненужные. Даже не надо покупать. Самое главное, что было дома. Потому что ему сказали, пульшут, гумшут. То есть, если деньги будут, ты все равно его потратишь. Лучше бы ты что-нибудь купи за него. И он, у него привычка такая, все потратит. Потому что его все предки так и делали. Как деньги появились, так делали. Это пришлось к нам еще наши предки. Вот у разных людей разные привычки. А у успешных людей другие привычки. Привычка заниматься спортом. Привычка читать книги. Привычка откладывать деньги. Привычка, можно сказать, довести до конца. Привычка не распыляться. Привычка планировать. Привычка откладывать. Интересно, вы ничего не пишете. Я для себя рассказываю, правильно? Вот. Вы внимание обратите. То есть у них есть другие вид привычки. Привычка, как сказать, уметь работать с людьми, налаживать отношения. Привычка думать, построить доход. Привычка об этом. Не самому постоянно работать. Привычка думать, как построить денежный поток. Вот это все привычка. Теперь внимание обратите. Потому что человек, по большому счету, когда реальные поступки надо совершать, он поступок совершает, исходя из чего? Из привычки. Любое его действие исходит из привычки. Не из того, то, что он знает, не из того, что он хочет. Хотят много, но не делают. А все говорят умом, да надо, надо, но не делают. Потому что привычки не дадут им. Значит, если человек живет по привычкам, а получается, что все люди живут с привычками. Нет человека, который без привычки живет. Значит, что надо делать в первую очередь, чтобы понять, как изменить себя? В Коране написано так. Мы не изменим ваше положение, пока не изменитесь вы сами. И внимание обратите. Когда я это суру почитал, я долго о нем размышлял. Странно сказано. Мы не изменим ваше положение, пока вы не измените сами. Это духовная священная книга. Ага, значит, так сказано. Если человек сам не изменится, соответственно, не изменится его образ мышления, не изменится образ все вокруг него. Правильно? Качество жизни не изменится вообще. С этого надо начинать. Значит, мы понимаем, что человек без привычки не может жить. Значит, первое, что надо научиться, это надо сначала формировать правильные привычки.